Книга «Открытым оком», том 9. Тема «Природа». Вопрос 2272. Псалом 119, 4. Изращенные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Что такое дроковые угли? И какой духовный смысл мы можем в них увидеть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это слово встречается в Библии только в этом месте и один раз. И нет объяснения этого слова ни в одном словаре. У отца Григория Дьяченко поясняется о дроковом дереве, что оно хвойное. Но что есть угли? Приходится исходить из содержания псалма. Это долго не потухающие угли, как труд, как головки камыша, бальки, могут тлеть многие дни. Весь псалом составляет вопль Господу о защите от мстительных и злопамятных, которые, по слову Златоуста, подобны дьяволу. Они стреляли языком, как стрелами, на далекое расстояние, распускали молву из своих шатров черноты. На стрелы надевались эти тлеющие угли, чтобы зажечь противника, его постройки, зажигательные бомбы. Стихи 2, 6, 7. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. В духовном плане это среди верующих не должно даже нам именоваться. Но по отношению нас это злобная, ядовитая клевета в печати, по телевидению или по радио. Извительные стрелы разума врагов Божьих. Они ненавидят детей Божьих и стараются чернить и испепелить их доброе имя. День завтрашний так многое покажет, откроет, расшифрует по деталям. Как, почему Бог допускает кражи, чтоб на тебя хулы камней метали? Привычная, рутинная дорожка, по ней мой дед ходил, сновала бабка. Ее расширить разве это можно? Без стопочки с друзьями и с устатку. Не просто поломать, переиначить, к тому, что приедались сотни лет. Когда обидят, тороплюсь до сдачи, Дантес выхватывает тот же пистолет. Всю жизнь держу, любуясь голубей, купаясь в воркотне пижона при голубке. Кошачье наваждение, хоть убей, со всех сторон мяуканье на сутки. Не могут голуби спуститься и напиться, гоняю кошек и, похоже, злюсь. Забрел щенок приблудный и за птицей. И спрятался за орхидеей куст. 3 дня его гонял, подумал, кстати, а может, Бог мне сторожа послал? Усердно помолясь щенку, меняю статус, несу ему поесть, чтобы не помнил зла. От скольких сторожей привычно отрекались, а именно они в дальнейшем так нужны. События соднят, они же мне лекарством. Не мне, так может, детям, для жены. Молитва, лишь она мне приоткроет тайну, что воспоследствует за засухой и ливнем, какой рассвет или зима настанет, поможет ли в беде, кто в счастье к телу липнет. Кормлю вчерашнего нахального щенка, не затаившего на прошлое обиду, моих сапог боялся и пинка, теперь ласкается, не подавая виду. 1 июня 2004 года. Игнатий Лапкин.